Иван Сергеевич, первый контрольный матч после отпуска. Какие цели ставили перед собой, перед командой на эту игру, и удалось ли их достигнуть? Понятно. Цели, как, скажем так, в любом товарищеском матче, это, конечно, подготовка к сезону и подготовка того материала, который мы пытались реализовать на неделе. Скажем так, что неделя получилась скомканная ввиду того, что и погодные условия, и ввиду того, что мало рабочих дней было. Но учитывая эти обстоятельства, ну и скажу так, что те акценты, которые ставили, ну они успешно были реализованы. Вот. И радует то, что победили. Спасибо ребятам, что мы победили. И победили достаточно, демонстрировав хороший футбол. Команда сразу после отпуска проходила тестирование. Да. Какой вы ее нашли? Порадовали ли вас результаты тестирования? Или можно было... Результаты стандартные, скажем так, такие, которые стоит ожидать в начале подготовительного периода. Так что тут ничего нового. Сегодня на поле в первом тайме играл Илья Черняк. Я так понимаю, вы уже готовитесь к вот этому, ищите лимитчика, скажем так, на сезон и проверяете молодежь. Мы никого не ищем и никого не проверяем. Мы подготовили тот состав, скажем так. Мы готовимся в первую очередь к сезону. И недельным это первый состав, либо это второй состав. И какие-то два сейчас категории, и какие-то ставить, и давать клише какие-то, но сейчас преждевременно. Это только первая игра, и, скажем так, где-то сбалансировали, где-то кто-то, скажем так, травму получил, где-то кто-то выпал. И, конечно, нам было найти баланс в составах. И это, я думаю, то, что мы успешно это реализовали.